ну, новый начальник его, он все время появлялся то с бородой, то без бороды, и он не мог понять, как это случается. Но потом однажды он его встретил и как бы толкнул его с лестницы. Тот упал и превратился в кота. Это был гаг. Ну да. А ты читал? Гениальный хор. Я читал, я да. Не представляю. Что-то у него, он котам прям явно неравнодушен, да, да. Ну и все заканчивается тем, что он, в общем, этот герой, считай, сходит с ума, он не понимает, что происходит. В итоге забирается в каком, ну, в здании, где ему должны были быть новые документы. И он, как оказывается, кто-то с его документами уже там с какой-то девушкой начал встречаться. Она с ним его путает, ну, в общем, он там окончательно сошел с ума. Его там искала уже полиция, потому что спуталась с преступником, и в конце он просто спрыгнул с крыши. Ну, а смысл-то в чем? Вот я не понял. Мастер Маргарита, я прочитал. Ну, так говорю, то же самое. Прочитал, получил эмоции, но Илья, с чем, говоришь, связано-то? А, не, ну, именно кот, кот-бегемот. Так с чем связано? Это обжорство было у него в Мастере Маргарите. Правда, что ли? Демон обжорство. Да ладно. Вы открыли мне глаза.